Итак, всем привет, и в этом видео расскажу, как представлять квадрат двучлена в виде трехчлена. В учебниках это написано очень сложно, и многим это непонятно. И поэтому я сейчас покажу, как сделать очень легко. Итак, вот у меня есть задание. 3 плюс 6c во второй степени. Итак, что нам нужно делать? Мы делаем вот так, смотрите. 3 плюс 6z умножаем на 3 плюс 6z. Вот так вот это надо делать. И теперь просто умножаем. 3 на 3 – 9. 3 на 6c будет плюс 18c. 6c на 3 будет плюс 18c. И 6c на 6c будет плюс 36z в квадрате. Получаем 9 плюс 36z и плюс 36z во второй степени. Многим из вас непонятно. В учебнике написано какой-то бред вообще. И я объяснила вам доступным языком, как это сделать. И, пожалуйста, не пишите в комментариях, что, типа, вы это знали, вы это все знаете. Я это выложил показать тем, кто этого не знает. И поэтому ставьте лайки, если вам не сложно, и подписывайтесь на канал. С вами был я, и всем пока!